Приветствую вас. Мне кажется, что в вашем деле, в вашем вопросе есть несколько нюансов, очень важных нюансов, которые нужно прояснить. Во-первых, если вы что-то делаете, если вы что-то пишете, если вы что-то создаете, если вы чем-то занимаетесь, если вы значит, что-то творите, то вы в первую очередь почти всегда делаете это для себя. Вы не делаете этого для кого-то, кого-то другого. То есть у вас есть творческий порыв, у вас есть творческий потенциал, хотите его вырасти в это выражать. Вам абсолютно все равно должно быть, как на это отреагируют люди. Исключение составляет критика, конструктивная критика, из которой вы что-то берете для себя. Все. В остальном случае вам абсолютно все равно, кто что и как говорит. То есть такие слова, как пустышка, такие слова, как ты ничего не стоишь и так далее, это по сути субъективистские такие понятия, которые, ну, абсолютно ничего в себе не несут. То есть умный, адекватный, глубокий человек, он не стал бы так критиковать. Не стал бы так себя вести, он не стал бы так вам что-то говорить. Понимаете, какая история. Поэтому я думаю, что это первый момент. Если творит человек для себя, в первую очередь. Потому что он не может сдерживать вот тот вот поток, который у него есть. У человека, у дворца. Я имею в виду. Вот. Все. Да? Это, я надеюсь, понятно. Далее. Люди достаточно скептично относятся к тому, что делают другие, к тому, что творят другие. Не просто так. Эти люди боятся, что однажды у них получится. Эти люди боятся, что однажды они смогут что-то сделать. Те, кто называют вас пустышкой, пытаются, по сути, вас обесценить. То есть это люди, которые пытаются обесценить вас. Они просто обесценивают. Просто обесценивают, ну, значит, то, что вы делаете. Вот. Все. По факту. Это просто обесценивание идет. Вот. К сожалению, да? И задайте себе вопрос. Почему? Почему люди хотят обесценить вас? По какой причине они хотят обесценить? Зачем? Они боятся. Потому что создают что-то новое. С этой точки зрения, творчество раскрывается как раз-таки через полное непринятие людьми того, что вы делаете. Еще раз повторю. Через полное непринятие того, что вы делаете. Через полное непринятие ваших действий, ваших идей, ваших позиций и так далее. Понимаете, какая штука? Если бы вы что-то писали бы, к примеру, а люди в этот момент, ну, как бы одобряли бы вас, это нельзя было бы назвать творчеством.
к сожалению. Это можно было бы назвать тем, что люди одобряют. Это нельзя назвать творчеством. Ну, по крайней мере, популярным. И здесь напрямую уже стоит вопрос о том, ради чего вы пытаетесь творить, ради чего вы пишете, ради чего вы что-то создаете. Зачем вы это делаете? На мой взгляд, вот ответить себе на это именно вам, именно в первую очередь, нужно. Для чего я делаю это? Зачем я делаю это? Вот то, что, ну, делаю, да? Вот, зачем я пытаюсь это делать, да, зачем я, там, грубо говоря, создаю что-то, да, там, творю что-то и так далее. Цель одобрения получить, это одно, если я одобрение хочу. Но одобрение нужно писать то, что не востребовано. Если хочу мысль свою выразить, хорошо, это другое. Понимаете? Это все. И дело здесь не в том, что у вас все получится. Хорошо, вы не знаете, получится у вас или нет. Творец вообще никогда не знает, выстрелит его творчество или нет. Он этого знать не может. Это знают другие люди. Человек просто делает то, что он есть, и говорит то, что ему есть что сказать. Вот и вы. Говорите то, что вам есть что сказать. И все. И не важно, получится у вас или нет. Творчество – это такая история, которая начинается и реализуется исключительно ради процесса. Исключительно ради процесса. Не ради результата. Не ради цели какой-то. Исключительно только ради процесса. Поэтому вот так вот вам нужно сказать. То есть, если вас задевает то, что кто-то там что-то не так сказал, то, скорее всего, тут не в творчестве дело. А в попытке завоевать собственную значимость, в попытке заполучить собственную значимость, в попытке получить для себя то, что вам нужно. Это хорошее желание. Это, естественно, это нормальное желание. Но через творчество их реализовывать нельзя. Через творчество их нельзя реализовывать. Потому что очень в этом смысле творчество не постоянная история. Очень в этом смысле творчество нестабильно. И вы либо принимаете это, либо нет. Других вариантов у вас, опять же, к сожалению, нет и быть не может. К сожалению, вот так. То есть у творчества есть своя цена. У творчества есть своя цена, которая заключается в том, что люди вас не принимают. Поверьте мне, как человеку, который имеет за плечами написанную книгу. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!